Поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного. И про египетского Осириса, благостатного бога и сына неба и земли. И про финикийского бога Фамуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Витцлупуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Витцлупуцли, в аллее показался первый человек. Черным набалдашником в виде головы пуделя.